Завтра проект главного финансового документа Ульяновской области рассмотрят на публичных слушаниях. Планируется, что бюджет на 2019 год превысит 52 миллиарда рублей. А на что бы жители региона потратили эти средства? На детские пособия и оборудование школ, садиков, ремонт дорог, подъездов, домов. В первую очередь, конечно же, на медицинское обслуживание нашего населения, потому что очень... Сейчас сложные дела у нас в медицине, не хватает медицинской помощи, и медицинское обслуживание вообще находится довольно на низком уровне. А еще на что бы, помимо медицины? На культуру, конечно же. Пройдите по лесам вокруг города, сплошные свалки. Вот это самое страшное и опасное для всех. Здесь вот садик во дворе есть, ни окон. Ничего вообще нет. Вот маленький сарайчик стоит. Мне кажется, на это надо. А еще на что? Все-таки же 52 миллиарда. Ну вот в школу, знаю, 11 школ надо. Ну здесь я вообще, вот здесь только по железнодорожному району знаю. Ну, во-первых, школы и сады. Мне кажется, так. На увеличение производственной промышленности, чтобы у людей были рабочие места. На дороги. А еще на что? Это бы хватило. Отремонтировать все дороги. Конечно. На развитие спорта в Ульяновской области. Поскольку у меня сын занимается хоккеем с мячом, мы ездим за свой счет. Интересует этот вопрос. На образование, на медицину, безусловно. Ну, на благоустройство. А что, плохо благоустроен регион? Дороги плохие. Особенно вот внутри. Внутридворовые, да? Да. Все надо делать, все на свете. И крыши, и вот туда, пройти до кинотеатра, особенно с той стороны, невозможно. Развалился весь асфальт. На благоустройство. Вот у нас во дворе не пройти, не проехать. И только лишь на благоустройство? Ну, еще куда. Помощь детям, больным. В первую очередь, ну, скорее всего, садики, школы, чтобы обустроили, ну, получше. Ну, во второй дороге. Все. Наверное, больше. Ну, хотя 52 миллиарда можно побольше чем-нибудь сделать.